Русские усадьбы Смоленщины ждут гостей. Побывайте в древнем Смоленске с его уникальными храмами XII века, роскошным архитектурным ансамблем Свято-Успенского кафедрального собора, старинными скверами и парками и ожерельем всея Руси, могучей крепостной стеной. Посетите Новоспасское, родовое гнездо великого русского композитора Михаила Глинки. Здесь он писал сцены из оперы «Иван Сусанин», здесь задумал Руслана и Людмилу. Прогуляйтесь по тенистым аллеям парка, постойте под величественными дубами-великанами, послушайте пение птиц, вдохните в себя глоток бальзамического воздуха и отведайте хрустальной воды из чистого глинкинского колодца. Загляните в гости к княгине Марии Тенишевой. Меценатка и коллекционер создала в Талашкино настоящий художественный центр с европейской известностью. Здесь творили Репин и Врубель, играл Стравинский, пел Шаляпин. Только в Талашкино можно увидеть удивительную мозаику Николая Рериха «Спас нерукотворный», а также сказочный теремок, построенный по проекту автора русской матрешки Малютина. Вас ждет и старинный город Вязьма. Вы увидите Иоанно-Притеченский монастырь с уникальной трехшатровой церковью Божьей Матери Адигитрии и Спасскую башню. Продегустируйте знаменитый битый вяземский пряник, воспетый еще Пушкиным. Его старинный рецепт чудом был восстановлен. Вяземский пряник из меда, сахарной пудры, орешков, специй ценили российские императоры, любили при дворе английской королевы. Здесь же вы узнаете, что такое вяземская стека, и своими руками изготовите уникальный сувенир, превратив разноцветное стекло в произведение искусства. Кроме того, вы побываете в музее выдающегося флотоводца Павла Нахимова и в дворянской усадьбе Грибоедовых «Хмелита». Ее доминанта – господский дом с наружной лестницей, выстроен в редком для провинциальной архитектуры стиле елизаветинского барокко. Здесь расположен единственный в мире музей выдающегося дипломата и писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Откройте для себя романтику дворянских поместий земли Смоленской. Проведите три насыщенных дня в самом сердце России.